Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Как красиво расцвел сад! Одуванчики красиво цветут, жучок мой травки ковыркается. Сегодня одуванчики эти скосятся, сын будет выкашивать все. Чем я буду заниматься? Я вот буду высаживать, сделала такую грядку и буду высаживать что? Прорастила в опилках огурцы, дыню. Так, дыня — это у меня сибирская медовая. Арбуз вот вырос как какой-то самый маленький, какой самый большой. Но арбуз я кустика 4 выберу, остальное пускай растет еще. А арбуз ультраскороспелый. Все это вот размещу на этой грядочке. Здесь вот я ничего не сажаю, потому что будет пускать плети свои. Огурцы или дыни. И там вот ничего не сажаю. В июне, когда буду высаживать капусту, посмотрю, может, несколько кустиков воткну капусты. Вот вам покажу сейчас, какой я сделала парничок. Такой вот он у меня небольшой получился. Посадила я свою рассаду. Вот у меня по том рядочке сидят огурчики. А здесь вот сидят арбузы. Вот с краешку арбузы, а здесь вот пошли у меня дыни. Сейчас прикрою, не будет ветер на них дуть. Этот ветер замучил майский всегда суховей, он все жжет. Сажала вместе с опилочками, так что все будет в порядке. Как же цветет красиво сад, даже и уходить неохота.